बोले बोले हरे कृष्णा। गुरु वैष्णव के अनुगत्ता में हम लोग परिक्रमा करते हुए जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम Харе Кришна. Подруга Самши Куру и Вайшнавов, мы продолжаем совершать Враджа Мандала Парикраму. Место, куда мы пришли, называется Манасаровара. Если... Если тот, у кого настроение очень близкое к служению Шримати Радхарани, для него это место Манасаровара является очень важным. Когда мы идем в Амшиват и со всех сторон в Амшивата, один угол — там Сурья, а с другой стороны — Гопешвар Махадев. И если जब आसुरी मुनि कहीं भगवान को दर्शन नहीं मिला, फिर घूमते घूमते कैलाश। Если вы не Самшиваджи, который пытался обрести даршан Шри Бхагавана, он вернулся. Настолько секретное место в Амшиват, место Расустхали, оно настолько сокровенное. Шиваджи очень хотел, он очень хотел участвовать в этой удивительной лиле. И тогда он получил благословение, что если он обретет омовение вот здесь, в Манасароваре, тогда он обрел Гопи-бхаву, и он смог бы войти в Расамандалу. А сейчас я хотел бы, чтобы Шридхар Махарадж продолжил Харикатху. चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः राधिकाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब अगर हाथ उठाकर बोलो बोलो जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जोर से एक बार बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Высочайшие имена Шримати Радхарани. Почему? Кто-то спрашивает. Но Шримати Радхарани, она еще более довольна, когда мы повторяем святые имена Кришны. Кришна сам говорит. Почему? Потому что Шри Вриндаван является раса мандала. Нет, потому что когда Шримати Радхарани слышит имя Кришны, она очень счастлива. А Кришна, когда он слышит имена Шримати Радхарани, он также очень доволен. Однажды, когда Кришна совершал раса танец во Вриндаване, Шримати Радхарани обрела ревнивый гнев. Иногда он происходит по причине, а когда совершенно без причины, без всяких причин. Шримати Радхарани обрела ревнивое настроение салки-мод. Она подумала, во время раса-танца Шри Кришна танцует вместе с Чандравали и другими враджа-гопи. Шримати Радхарани она приготовила прекрасную гирлянду для Шьяма Сундара Кришны. Но в тот момент, когда она испытала ревнивый гнев, она не знала, что делать. Как же подарить ему эту гирлянду? Она не в состоянии. Шри Чандравали,
उसने अनारकी दाना की लोभ दिखा करके उसने तोता को बुलाया और उन्होंने माला उसको ले करके अपना जो खोपा अपना जो पेड़ी है अपना जो चोटी में करके फूलों से सिंचाई। थोड़ी देरी बाद में राधा रानी श्री ललिता देखती है जिस माला को राधा रानी इतने प्रेम से प्यार से और भक्ति से बना करके कृष्ण को पहनाया। श्रीमती खरानी ने сделала прекрасную гирлянду, чтобы предложить Кришне. А теперь она видит, что эту гирлянду, которую она предложила Кришне, она красуется на шее Чандравали. И она подумала, Кришна совершенно безразличен ко мне, хотя он постоянно признается мне своей любви, на самом деле он любит также и других раджа-гопи, оказывает им такую большую любовь. И находясь в этом состоянии, она покинула Расатанец. Она пришла сюда, она плакала в разлуке, и из ее слез проявилось это озеро, которое называется Манасаровара. Оно наполнено слезами Шримати Радхарани, которая плачет в разлуке, испытывая ревнивый гнев Кришне. И у нее было столько слез, когда она плакала здесь, что появилось озеро Шри Чайтанья Чаритамрити. Также Шри Кришнадас Кавирадж объясняет, что когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел во Вриндаван, пришел в это место Манасаровара, он танцевал в сатическом состоянии любви, и слезы, которые текли его из его глаз, они ручьями падали на землю. Как же Шри Кришна мог узнать, что Шримати Радхарани находится здесь, на берегу Манасаровары, под влиянием Йогамайи? Он реализовал, что Шримати Радхарани находится здесь. Он пришел, чтобы успокоить ее. Этот ревнивый гнев, который испытывала Шримати Радхарани, это особенное чувство любви Шримати Радхарани. Иногда оно беспричинное, иногда по причине. Вы знаете, даже в семейной жизни муж и жена испытывают определенные чувства. Иногда оно также проявляется в чувстве ревности. कभी कभी जो मान है ना, कभी कभी ये मान क्रोध में परिणत हो जाता है। बात मत करो, कभी कभी मान ये क्रोध में, अगर पति ने वह तम मटेरियलिज्म मेरे समय में पति ने उसको मान को नहीं उतारे, मान को नहीं बनाए, जो चाहती है उसको то есть он основан в действительности на чувстве гнева. Почему? Потому что чувства одного из возлюбленных не удовлетворены. Но в трансцендентном мире этот ревнивый гнев, который обретает Шримати Радхарани, он лишь только предназначен для Кришны, чтобы разнообразить лилу и также сделать, совершенным образом сделать ее очень сладкой. Почему? Потому что на пути преданности ревнивый гнев, который не подразумевает ничего того, что Шримати Радхарани желает для себя. Она проявляет это только для того, чтобы увеличить настойчивое желание Кришны встретиться. И когда эта встреча происходит, она совершенно необыкновенная, особенная встреча, которая основана на разлуке. Когда Кришна, он прилагает все усилия для того, чтобы наконец-то сломать это настроение Шримати Радхарани, и наконец-то такая же извилистая. В материальном мире также имеется любовь, так называемая, которую можно назвать вожделением, которая основывается на эгоистичного чувства, какой очень тонкой эксплуатации. Но в трансцендентном мире это совершенно противоположно. Ман имеет ревнивый гнев, имеет причину, и также он может явиться совершенно без причины. Ничего не слышно. Имеются. Сейчас Шрила Махарадж объясняет разного вида ревнивый гнев, который он подразделяется также на категории. आज यहीं पर हमारी अंदर में मिलन होगी। अभी कभी श्री राधा रानी कभी आकर के यहीं पर
श्याम सुंदर के लिए उन्हें बड़ी सुंदर अपना हाथों से उन्होंने कुंज बनाए और कुंज बना करके राधा रानी बैठी हुई, जो बैठी हुई इतने में कृष्ण अपना Когда Шримати Радхарани находилась здесь и плакала в разлуке, это озеро, оно отмечено ее божественными следами, и также Павраджа Лили, Кришна Лили, где Кришна совершает свои разнообразные игры, не только с Павраджа Гопи, но также со своими друзьями. Он приходил на это озеро, чтобы напоить, чтобы во время, когда он пас коров, он приходил также сюда. और चंपक पुष्प का देख करके राधा रानी के उद्दीपक होता है और जो राधा रानी के हाथ का पान खाता है ना पान की बिड़िया И также очень много на берегу Манасаровара очень много прекрасных цветов, чампак флауэр, которые так украшают гирлянду своим необыкновенным ароматом. И также чампак флауэр, когда Кришна видит его, из-за того, что он белый и также имеет золотой оттенок, этот чампак флауэр наполнен напоминает ему о Шримати Радхарани. И Шримати Радхарани, она с большой любовью, и гопи, они плетут гирлянды. Предел Шримати Радхарани, потому что он является также посланником Шримати Радхарани. Он сообщил, что Кришна, вместо того, чтобы прийти на встречу Шримати Радхарани, проводит время с Чандравали в чудесной кунже. Почему? Потому что Чандравали, она, как вот здесь по-английски говорят, насильно, ну, различным, под различным предлогом она пригласила Кришну, и теперь он находится... इनका सिंदूर शरीर में लगा हुआ पैर में बोले ये पैर में ये जो लाल दाग कहाँ से К сожалению, причину, которую придумал Кришна, я пропустила, потому что нет звука, иногда пропадает. Рудра. Исле, और उनका शरीर में क्या लगा हुआ सिंदूर लगा हुआ चले यार देखो ये सब जो बात सुनोगे ना तब अपना घर की ऐसी बात याद आता होगा पता है ना हम भी कई आपस में कैसे मान करते हैं कैसे पति को साथ में लड़ाई झगड़ा करते हो याद आ रहे कि नहीं घर की सब याद आ रहे हैं घर की इसलिए देखो यद्यपि देखो देखो जो अपराकृत है ना ये अपराकृत जगत में सारी चीज है उसका ये रिफ्लेक्शन है о материальном мире, который является отражением духовного. И также далее Шрила Махарадж, я, к сожалению, пропустила, не смогла перевести конец этой прекрасной лилы, когда Кришна ищет под всяким предлогом, пытается успокоить Шримати Радхарани. Сейчас он опять повторяет о том, что трансцендентная любовь, которая, в настроении которой все служат Шри Кришне, она Нарабат лили совершенно не отличается от обычных лил в материальном мире, но также она имеет большое отличие тем, что эта любовь, она трансцендентна, она не желает, эта любовь ничего не желает для себя, а лишь только для того, чтобы доставить счастье Кришне. И Шримати Радхарани, она является обителью премы, она является очень искусной для того, чтобы доставить счастье Кришне. То, что является совершенно противоположным той любви, которую все ищут в материальном мире. Когда Лалита... Шримати Радхарани, она сказала Кришне, Кришна, ты очень опечален, что не можешь встретить Шримати Радхарани. Из-за чего? Потому что ты испытываешь ревнивый гнев. Он также очень опечален тем, что не может встретиться с тобой. Поэтому она предложила, Кришна, ты должен переодеться в одежду прекрасной юной гопи Шьямали и прийти к Шримати Радхарани. И таким образом ты сможешь как бы удовлетворить ее сердце. Радхе,
सुन कर के उसका बोली मेरे को बड़ी प्यारा लगती है। तब उन्होंने И когда я здесь вот отрывочно слышу о том, что когда наконец-то их встреча состоялась, Шримати Радхарани увидела прекрасную юную гопи, которая была настолько выражительна, подобно небожительнице, и у нее был настолько сладостный, привлекательный голос, что Шримати Радхарани сердце начало таять. Она начала массажировать, эта гопи начала массажировать лотосные стопы Шримати Радхарани, и она начала говорить сладкие слова, таким образом успокаивая сердце Шримати Радхарани. Потому что, пока Кришна с ними не встречается, пока Радхарани не прасанна. И она сказала, если я сделаю тебе этот массаж, то тогда ты почувствуешь себя намного лучше, и боль твоего сердца, все покинет тебя. Лолита также спросила, देखो आप कितने अच्छे-अच्छे कपड़े ये कपड़े बदला दे बदला करके तू नया कपड़ा हमारे पास से नया कपड़ा लो जब कृष्ण को बोले ना कृष्ण तेरा सारे पोल खुल जाएगा и тогда Лолита чтобы еще больше усилить и разнообразить эту прекрасную лилу сказала почему идет Харани посмотри это Саки прекрасная юная девушка гопи но она одета в такую одежду урсасари у нее совсем износилась и выглядит не совсем нарядно ты можешь ей подарить какое-то сари и также украшение чтобы украсить ее. И тогда Шримати Радхарани принесла прекрасное сари, и она сказала, давай я это помогу тебе переодеть. И это Шьямала, это в прекрасном образе Кришна, который прислал при Шримати Радхарани, обрел смущение. Он не хотел, чтобы Шримати Радхарани увидела, что на самом деле это не гопи, это сам Кришна. В конце концов Шримати Радхарани догадалась, и в ответ на то, что произошло, она рассмеялась, и весь ее ревнивый гнев ушел. Шил Гурудев также рассказывал. Никто не в состоянии действительно понять таинство Вриндавана. Почему? Потому что все окружающее во Вриндаване повторяет сладкие имена Кришны. Вы можете видеть даже деревья, которые окружают Вриндаван. Они, некоторые из них, как бы они склонили ветки очень низко для того, чтобы предложить свои дандават пранам Шримати Радхарани и разделить с ней настроение разлуки, которое она испытывает в своем сердце. Когда Шрила Гурудев посещал все эти места, и также Тривикрам Госвами Махарадж в общении с преданными, они совершали парикраму. और अपना मयूर मुकुट भी उतार कर रख दिए बोले राधे ये जो मयूर मुकुट क्यों धारण किए हैं बोले कृष्ण नटवर है सबसे सुंदर नृत्य करने वाले मयूर का नृत्य बड़ा सुंदर नृत्य है देखो अपना नृत्य विद्या भी हमारे किशोर जी के चरण में कृष्ण अपना बंसरी भी रख देते बोले क्यों बोले बंसरी के द्वारा तो विश्व ब्रह्मांड को मैं मुक्त करता हूँ राधे Шрила Гурудев рассказывал Харикатху, Шрила Тривикрам Госвами задал ему всякие вопросы для того, чтобы увеличить еще нектар Харикатхи Шрилы Гурудева. И когда Шрила Гурудев рассказывал о том, насколько Кришна признателен Шримати Радхарани, задавая вопрос, Тривикрам Госвами Махарадж говорил, что он ради Шримати Радхарани, для того, чтобы успокоить ее ман, он расстается со своим павлиным пером и также со своим сокровищем, которое является оружием его любви, самой флейты. Он предлагает ему лотосным стопам Шримати Радхарани, чтобы разрушить ее настроение ревнивого гнева. Шрила Гурудев рассказывал Харикатху, которая इसलिए ये जो स्थान हमारी रूपानुभव गौड़ीय वैष्णव का ये विशेष स्थली है बोले वंशा कलम दुर्वेश कृपा सिंधु भाई बचा
И далее Шрила Махарадж Чандали продолжает прославлять славу любви Шримати Радхарани. И как Шрила Гурудев говорил о том, что сам Кришна молится и говорит, что он не в состоянии отплатить Шримати Радхарани и гопи за ту любовь, которую, с которой они служат ему. Даже за тысячи лет жизни Брахмы. Мне надо поменять место. По беспричинной милости нашей Гуру Варги мы собрались на берегу Мана-Сароваре. Ман означает трансцендентный гнев или же салки мут, Шримати Радхарани. Это относится особенности к Шримати Радхарани. Здесь каждый раз, когда Шри Кришна пытается разговаривать и говорить гопи, обращаясь, «Я люблю тебя», где-то в уединенном месте. И в этом гопи, они настолько простодушные. И они думают, о, Кришна, на самом деле он любит меня больше всех. Но когда расатанец начался, и Кришна, он танцевал со всеми совершенно одинаково. А Шримати Радхарани, она единственная, кто могла видеть, что Кришна танцует со всеми, не только с нею. И она подумала, Кришна, он черный, как снаружи, так и изнутри. Он сказал, что любит больше меня, чем всех остальных. Но теперь я вижу, чего стоит его любовь. И она пришла сюда, на берег. Ну, знаете, Шри Рупа Санатани Гаудама, Дангали, Мангали, Премангали и Кунджагали. Четыре улицы, которые пересекаются там, где наш Шри Рупа Санатани Гаудама. Вот это Мана Мангали, это как раз улица, которая ведет. Она пришла на эту улицу. И вот как бы Мана Саровара, это озеро проявилось, и слезы Шримати Радхарани. Ревность, она бывает двух видов, по причинной и беспричинной. Когда она беспричина, более-менее легче сломать это настроение Шримати Радхарани. Иногда, когда Шримати Радхарани находится вместе с Кришной, и неожиданно для Кришны она покидает Кришну, и он устремляется и просит Шримати Радхарани, что случилось, почему ты уходишь? И тогда он обращается за помощью йога майи, которая должна помочь Кришне удержать Шримати Радхарани. И когда Шримати Радхарани, она устремляется дальше, желая уйти из Кунджи, вдруг на ее пути появляется змея, смертельная ядовитая змея, которую видел Шримати Радхарани, подняла свою голову и готова была укусить ее. Под влиянием йога майи происходит талила. Шримати Радхарани в испуге поворачивается и падает в объятия Кришны, говорит, Кришна, Кришна, спаси меня. Но когда причины гнев Шримати Радхарани очень трудно его разрушить. Вот в этой шлоке выражается настроение Шримати Радхарани. О, Хари, она говорит, убирайся из моей кунджи, не надо больше приходить ко мне. О, Мадхав, о, Кешава, уходи. Во время, когда Шрила Гурудев приходил сюда на берег, Мана Сароваре. Он рассказывал эту нектарную харикатху о разлуке Шримати Радхарани, которая испытывает в настроении ревнивого гнева. Сейчас мы последуем в лес Бандерван, а затем вернемся в наш Гиридхари Гаудия Мат. मान गुमान लकुटी लिए थारी मान गुमान लकुटी लिए थारी करप तकुंजा बिहारी चन्न बार लाने वाली गुलाम तेरे बनवारी लेके जाओ दामोदरपुर Я у Гурудева спросила. Мне больше не надо ничего. Просто он больше с ним был. Может, он
интересует. Я в Ануграте Гурудева. Понимаешь, если он мне сказал это не телефон, значит, я не буду это говорить. А? Я бы убрала. Так, у меня еще трансляция идет. Сейчас я покажу Манса Ромару. Ой. Бун Махарадж повел парикраму вокруг Манса Ровары. А все остальные, видимо, пошли к автобусам. Он там далеко, вдалеке виднеется. Он Бун Махарадж. Он с Данды в розовой шапочке. Такая красивая у него кислотная розовая шапка. Надо, кстати, Гурудеву новую шапку купить нашему Шридхар Махараджу. Это у него какая-то оранжевая, непонятная. Сегодня хочу съездить. Вот такое у нас красивое озеро Мансаровара. Сейчас мы отправляемся в Бандирван. Вот. Хари Кришна.